Все, тихо, мы в эфире. Это упоротый лист при жизни. Это прайм-тайм в программе прайм-тайм. Это трэш недели. Самое что ни на есть тавтология. Да, друзья, у нас в студии уже появились замечательные музыканты, которые будут сейчас через уже буквально минуту готовы дарить свою музыку. Такую же прекрасную, как сегодняшний вечер. Прежде чем мы передадим им музыкальное слово, я хочу сказать, что у нас в гостях сегодня группа Индиана. Да, им привет. Я им не говорю привет, да, потому что их сейчас никто еще не видит. Проанонсируем. Завтра в мюзик-холле на Ришельевской в 20:00 группа Индиана дает свой концерт. Ну а прямо сейчас группа Индиана дает свой концерт в студии Prime Time. Пожалуйста. Советовала ходить без оглядки, ты поила меня пламенным ликером, но знала, что я глотаю вишневый сок, и я буду твоим уступчивым партнером, зарывшись поглубже в песок. Белокурая щурится и жмет на педаль, ночь приносит счет. Приносит чек. Ежевика миндаль, ежевика миндаль, ежевика миндаль, ежевика миндаль, ежевика миндаль, ежевика миндаль, ежевика с тобой в соснах и елках, знаешь, я у этих деревьев свой. Вода рассуждала на камне, я записывал это за ней. Мои пропитанные городом распахнутые ставни поют псалмы коренастым женам вождей. Белокурая щурится и жмет на ночь приносит чек. Живи комендаль, живи комендаль, живи комендаль, живи комендаль, живи комендаль, живи комендаль, живи комендаль. Красотки, что повсюду читает себя, и, похоже, ей тоже нравятся пытки на борту. Любовниц вокруг деревянного пирса я жду свежего аэростата, как друг мой безмолвец. Жду, жажду, чтобы напиться. Белокурая щурится и жмет, жмет на педаль, но приносит чек. Живи комендаль, 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 живи комендаль. Покалякать сценарий, который нам уже больше не нужен. Нет, самое время подвести информационный итог.
неделе. Давайте. Мне так. За эту неделю, конечно, для меня самое ключевое событие, что Игоря Маркова лишили мандата. А Зоя Казанжи вчера в своем фейсбуке написала, что, наверное, на ТВ теперь праздник, и что они все дружно пишут песню «Спасти рядового Маркова». Ну, вот такая информация. Между прочим, маленькое такое печальное событие, я думаю. Наша подруга Юля Городецкая сегодня сломала руку. Юля, мы вам передаем скорейшего выздоровления. Напомню, Юлия Городецкая — это блогер, арт-блогер, журналист, которая была несколько раз у нас в гостях. Ну, а мне запомнилось событие, точнее, прошлой недели, которую мы смотрели репортаж, парад бородачей. Действительно яркое событие. Я надеюсь, что почаще будут какие-то такие вот интересные штуки проводиться у нас в городе. Пусть не бородачей, пусть там, я не знаю, белокурых красоток, лысых людей. А у меня вот такое событие, ну, такое печальное, но оно самое актуальное. Сегодня ночью, вернее, в ночь со вчера на сегодня обрушился дом на генерала Ватутина. На 14. Все живы? Все живы, да, но под завалами оказался 15-летний юноша. Это просто уже второе обрушение в Одессе за достаточно короткий период. Последнее было 23 мая на Куйбышево. И вот это такая какая-то нехорошая тенденция. Дома падают в Одессе, а плюс еще в контексте городским того... Городским властям есть о чем задуматься. Да, плюс еще в контексте того, что в Кишиневе там прогнозируют землетрясение на минуточку. О, друзья, берегите себя, берегите своих родных. И, наверное, Prime Time желает вам отличных выходных. Добра. Мы уверены, что все Prime будет клево. Prime Time желает вам добра. Для вас остается играть группа «Индиана». Мы же прощаемся. Пока. Наташа Чеховская, Коля Покровский, Саша Лотарь. Екатерина Ирская. Александр Лотарь. Пока. Все, пока-пока. Пока. Увидимся через неделю. Песня «Роберто». Грифнута плакал на трещине. И друг Ринпоче, ну где? Ну где же твои ноги? И друг Ринпоче, ну где? Ну где же твой костюм? Теперь и манты, блуждая по гору, после единорога, вдали от зоопарка. Эй, друг Ринпоче, ну где? Ну где же твои ноги? Эй, друг Ринпоче, ну где? Твой костюм, мать! От себя не слышал ворочаясь в гамаке, обеденным сном бородатый юрист по имени Клементи ремонтировал крышу и мастерски наготовил горле коп. И друг Ринпоче, ну где же твои ноги? И друг Ринпоче, звездной пыли под ногтями читал ногтем, облизывая выцвевший янтарь. Вот эту строчку я писал ногами, я уверен, что именно так же писали буквально.